Казанский федеральный университет 14 декабря организовал семинар по обсуждению вопросов международной деятельности вузов и российско-немецкого сотрудничества. Участие в семинаре принял проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В своем приветственном слове проректор отметил, что Казанский университет открыт для любого сотрудничества, а стереотипы о конкуренции среди университетов нужно разрушать, ведь все заняты общим делом. Также Ленар Латыпов предложил усилить сотрудничество между КФУ и немецкими вузами в проведении совместных исследований в области миграции и борьбы с терроризмом. Напомним, что Казанский федеральный университет сотрудничает более чем с 30 немецкими университетами, а традиция сотрудничества с немцами начата еще в Казанском императорском университете. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.